Иисуса достояние, что Он хранит нас в горестях земных. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты вели, как Ты вели. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты вели, как Ты вели. Когда меня Спаситель призывает и светит луч спасения Его, тогда мой дух в смирении смолкает, познав величие Бога своего. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты вели, как Ты вели. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты вели, как Ты вели. Аллилуйя. Можем. Помогем. У вас хорошо получается. Ну, Виталий, голос красивый. Надо спеться так. Слушай, ну баптист соображает, я скажу так. Так они на основании Слова Божьего основывают. Баптизм погруженный. Че, выйдем, может, бачу? А у тебя сколько мест багажа? Помочь им, бачу. Вот он приехал, по-моему. Сколько мест багажа? Три. Три? Вон он едет, бачка. Да, едет. Сейчас поехали, да, и поедем. Да, сейчас, наверное, выгрузить. Видите, ребята, кто может, помогите. Мы сейчас подъедем. Давай, 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 давай. Гоу, гоу, гоу. Угу, что-то новое, какая-то деталь. Аппарат. Ух ты, ну как. Примотано. Лежала долго, никто не берет, никому не.
Еще один нужен. Тут не все так просто. Ездра молодец, сразу взялся на всяких приглашений, просьб. Видит работу, сразу хватается за нее. Вот, Сергей, вот, с этой стороны, помоги ему. Лена, не снимите вы. Палку надо. Нет, нет, нет. Нет, не снимите вы так, Игорь. Сплатьте все вниз, и все. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Папа, ноги, ноги, ноги. Все. Сильные какие. Братья. Быстрее! Ух ты! Это карусель детская! Ну и вот коробка! Все в нем! Вот эта коробка, да! Велотренажеру подключаешь! Все! Мама на велотренажере! Вот это вот накрыть. Идеть. Ну ты шофера-то позови. Надо его тащить. Игорь, а вы тут подключили, Алексей, разработчик? За банки и...
Ну это укрывочный материал. Ну мало его не хватает. Хватает, не хватает. Надо, я могу пленку дать, подожди. Сейчас Лена пленку. Пленка это самое лучшее, она ничего не пропустит. Сейчас подачку. Пленку. Пленку сверху можно. Умеешь извлечь из малого великое. Я имею в малом Нилус Сергей. Ну. Протоколы сионских мудрецов. Хватит, хватит. Ай. Можно багаж прям в мешок запихнул? И ничего не запилить, хватит. Да. Прям в мешок там запихнуть багаж. Все. Да, давайте. Ну, чем более запихнуть, не знаю. Как можно не делать? И вот эти 20 часов пошли, короче. Ну, я знаю. Да. Почему-то... Да вот можно вот. Или вот сюда, под вот эту. Вот под эту сделать. А ты мешок замылишься, ты потом в поезд. Так, так, да. Он пылью весь потроет, этот мешок. Ну и что, открой. Откройте его. Нет, закрывай, Закрывай, все. Поехали, быстро. Ладно, брат, давай с Богом. Спасибо, Христос.
Все, давай. Пиши, бей, мам. Всей семьей переезжай. Конечно. Спаси Христос. Давайте. Будет ждать искупления от дома. Приготовься, мои. Господь, у тебя будет скорби по этому поводу. Лучше быть готов к этому. Рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Будет жестко. Поэтому храни веру православную. Ты же в скайпе общаешься с Игнатием Тихоновичем? Общался. Ну вот, на связи восстановить его. Восстановить, да. Попросить там молитвы. У нас сейчас Виктор Сашенко занятия ведет по слову Божию. У меня скайп Путков Сергей. Визитки тебе не давали? Есть визитки. Вот. Там я скайп. Там общество. Я только смогу. Когда выходной будет, в воскресенье. А вот он по воскресеньям идет на этих раз. У нас разница по московскому времени. У него по московски в 6 вечера. Ага. 6 вечера. По нашему в 10. У кого у него будет? У Витя из Франции ведет занятия. Да? Савченко, он, Виктор Савченко. Да, это слово Божие, потом толкование. И можно вопросы задавать. Ты же Виктора знаешь, да? Вот, он идет занятия 3 раза в неделю. Пятница, среда и воскресенье. Пятница, среда с 16, а воскресенье с 18. Так, все? Да. Сколько тебе лежат? Погружайтесь. Два рыбака. Ладно. Спасибо, Христос. Всего доброго. До свидания. А где Игорь? Ушел? Вон там возит. Груз получил, можно идти. Сейчас он уже, вон ты, и этим муж привез. Ну, для сена. Вы будете проезжать в сентябре 29-го, говорите? 29-го. Ну. Ну что, курит, наверное. Да. Курит, наверное. Курит, наверное. А это, наверное, сено замахано. Да-да-да. Да-да-да. Как я догадался. Как я догадался. Хорошие веревочки. А это что ей делать с этой штукой? Хорошо. Ты у нас спрашиваешь? Косилка. У него, говорит, сломалась косилка, и вот он купил новую косилку. Не знаю, брат. Я первый раз вижу такую. Что, блядь, ржало или... Ну, это женский вопрос, это нормально. Должно все выглядеть идеально. Без шума и пыли. Вот как примерно, как вот здесь. Видишь, как чисто. Угу. Пыли нет, вот все такое должно. Ну что, я тут не застал чемпионат России, вот, мира по футболу. Ну тогда. Еще кто-то. Наши Джаников, нет? 1/4 зашли Жаня. Да? Да. Да там все, наверное. Испанцев выиграли, хорватам проиграли. Проплатили. Больше я не слышал. Наши. Ну там, когда испанцы выиграли, там, конечно, бухование. Ну там футбол был, да. С испанцами играли. Вот с хорватами хорошая была игра. Они тоже по финальте проиграли. Наши.
Знаешь, наши, да, плакали там. Наши плакали? Ну, я не видел, но рассказывал. Даже патриарх молился за футболистов. Да. Серьезно, ролик есть в интернете, я еще буду. Ну, этот, как... Поэтому они так и сыграли. Как молился, так и получилось. До свидания. Ладно. С Богом, брат. Бога надеюсь, что он построит. Брат Ездра, держись. Не забудь про Ездру, прочитай там все. Володь, я сейчас зайду, ты мне скинешь молитву, вот, когда сколько все с утра. А, ну понял, ладно. Все, с Богом. Моя так боится какая-то. Грушеная игру, да?